Здравствуйте. Что я хочу показать? Это скрипт AutoHotKey, который позволяет зажимать, ну, в принципе, любую клавишу. В данном случае вот эта вот клавиша Shift, вот эта клавиша G, ну, или O русская. Что делает скрипт? Если вы нажмете на Shift, то AutoHotKey автоматически зажмет, ну, и будет удерживать клавишу G. Если вы повторно нажмете Shift, то клавиша G отпускается. То есть вот здесь же можно показать. Я нажимаю Shift. Да. Я нажимаю Shift, и у меня автоматически срабатывает скрипт и начинает печататься буква G, как будто вы ее зажали ручками. Повторное нажатие на Shift, скрипт останавливается. Еще раз, еще раз. Нажал, еще раз нажал. Этот скрипт очень мне понадобился в NieR Automata. Здесь есть дроны, вот эти дроны летающие, которые умеют стрелять и умеют сканировать местность на предмет, на предмет скрытых предметов, тавтология, да, на обнаружение скрытых предметов, которые без сканера просто не видны, никак их не подобрать. Чтобы, значит, ну, дрон боевой, да, он умеет воевать вот так вот, кто не знает. По умолчанию в игре, чтобы активировать дрона, нужно нажать клавишу и удерживать ее, но в бою это неудобно. Гораздо проще было бы в игре сделать так, что нажал, и дрон стреляет сам. То есть ты нажал и отпустил клавишу, дрон стреляет. Еще раз нажал, дрон перестал стрелять. В игре это не реализовано. Ну, по крайней мере, на клавомыши, я не знаю, как на джойстике. Так вот, это первая проблема. Вторая проблема в том, что сканер то же самое. Чтобы сканировать местность, а бегать там много приходится и сканировать, тоже нужно удерживать клавишу скана. Это вообще неудобно. То есть вы должны бежать вперед, удерживать клавишу поиска все время. То есть это уже две клавиши, еще и влево-вправо как-то отклоняться. Это ужасно неудобно. Кроме того, если будет найден секретный предмет, то вы еще и третью клавишу должны нажать, чтобы подобрать этот предмет. Потому что если отключить сканер, предмет, ну вот если вы обнаружите предмет, он будет виден. Но если отключить сканер, он тут же пропадет, и его никак не подобрать. Вот для этого мне понадобился этот скрипт. Ну вот, видео я не нашел. Хотя я, может быть, плохо искал, но неважно. Зато я нашел на форуме, там один умный человек выложил этот скрипт, написал. Может сам, может нет, не знаю. Ну, я его точно не писал, я не программист. Я не умею писать скрипты. Ну, такие простенькие, ты, может быть, я не могу, но такой вот, какой он дал. Кишка тонкая. А так вот, нажал и делай, что хочешь. Бегай, все, я нажал и отпустил Shift. Все, у меня дрон стреляет. Ну, для этого, правда, нужно здесь вот назначить клавишу стрельбы. У меня G назначена. Вот настройка. Вот, Fire 1, G.
Вот, я назначил клавишу стрельбы G просто, ну или любую другую, но в скрипте у меня именно G. А нажимаю я клавишу Shift левый. Левым мизинцем, если кому интересно. Вот. И также вот дрона я назначил на клавишу 3, и он сканирует. Троечку нажимаешь, сканирует. Еще раз нажимаешь, перестает сканировать. Отлично. И это очень-очень сильно облегчает вот эту вот боевку. Потому что в боевке надо вот так вот нацелился на него. Надо. Ну, это когда он один, то понятно все. Можно и без скрипта. Но их же тут толпы. Вот я нажал, и он стреляет, а я бегаю вокруг. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то пригодится. Пока-пока.